Ресторанчик веселый, лёли скучно и грустно одной. Подошел паренек чернобровый, парень в кепке и зуб золотой. Подошел паренек чернобровый, разрешите присесть с вами рядом, одинокий нарушить покой. И приблизился к Лёлечке ближе парень в кепке и зуб золотой. Ночь прошла так спокойно и тихо. Утром Лёля уходит домой, а в глазах голубых ей все кажется, парень в кепке и зуб золотой. А в глазах голубых ей все кажется, парень в кепке и зуб золотой. А на утро начальник надзора дает Лёле указ боевой: убить парня в 17-й камере, парня в кепке и зуб золотой. Ой, убить парня в 17-й камере, парня в кепке и зуб золотой. И пошла Лёля пьяной походкой, наган держит дрожащей рукой. Грохнул выстрел, и парень свалился, парень в кепке и зуб золотой. Грохнул выстрел, и парень свалился, парень в кепке и зуб золотой. Он лежал все такой же веселый, как бывало вечерней порой. Только кепка валялась рядышком, пули выбит был зуб золотой. Ох, только кепка валялась рядышком, пули выбит был зуб золотой.